à huile. Народ в озере ходит. Метров 50 от берега вот отсюда. Вообще, да, интересно здесь все. Он решил сразу на гору. Вон туда. Сейчас будем смотреть. Хотя смотреть будете вы. Я там уже был на этой горе. Я там все знаю, что. А? Камни сходить чистыми. Камни потом туда. Ну что, полезли. Не упасть бы, как в прошлом году. Чего? Там ну так было скользко в прошлом году. Ну да. Время нашим приехать примерно где-то сейчас. Деловой уже наверху. Высоко подниматься-то. Но зато оттуда будет шикарный вид на озеро. Да. Вон, Серега у нас уж наверху. Да. Круто! Я наверху. Вон крутой. Фу. Котиком поискать. Да, там прям видно, дождь идет. Крест стоит на месте камня, к которому мы потом пойдем. Раньше у них тут был камень. По легенде, христиане его скинули, утопили в озере. Потом камень всплыл. На берегу где-то появился. Теперь он лежит вон там. Сейчас мы тут потусуемся, посмотрим, что где, пофоткаемся и пойдем туда. В общем, все тут круто, как всегда. Сейчас мы пойдем вон туда. Решил здесь все-таки спускаться, а я там тогда навернулся. Не, ну в принципе можешь идти, только мы Сашку там отправили идти, а что, сами здесь пойдем? Я тебе говорю, сейчас идешь, там дальше круче будет, я там тогда шел. Там даже нос есть какие-то такие, ладно. Помнишь, я тебе показывал? Положи ты его в рюкзак, фотик-то. Да. А то Санек вон уже где идет. Вон он, внизу. Тихо. Я за тебя. Снова я по этой горе. Но в этот раз я постараюсь не упасть. В тот раз я тут навернулся хорошо. Это было близко к скольжению. Ну а я тебе говорю, трава сырая. О, Серега уже вниз ушел. Ну все. Слез я без происшествий. Теперь мы пошли к местной достопримечательности. Как он у них? Синькамень называется. Будем смотреть, что там. Опа. Красивые девушки. Ну,
такая тут роща мощная. Дубы растут или что там? Вроде дубы, да? Вот этот дуб стоит вроде. Сейчас уже подходим к кассе на этот камень. Сейчас узнаем, сколько они подняли с того года или нет. В прошлом году полтосик с нас тут срубили. Сейчас увидим. Больше чем уверен, все вот эти люди с крестиками на шее пошли на языческий камень загадывать желания по местной легенде. Сначала там на крестике помолились, теперь сюда. Вот так у вас дела-то обстоят. Идем к самому интересному здесь, где продается вся языческая символика славянская. Да ты че? А я тебе о чем говорил? А ты только заметил. Да. Сейчас. Да. Теперь идем к камню. Смотри. Что там? Этим ножом можно двумя вариантами драться. Либо вот так вот. Ну да. Либо перевернуть и вот так. Как вариант? Так. Крутить. Да. Прикольно просто. Крутить. По крайней мере, это не спидер. Ну да. Вот этот камень. Вот на нем народ сидит. Вот так постоянно загадывает желание. Сейчас и мы пойдем угорать. Кстати, которое желание я год назад загадывал, оно не сбылось. Верим, что в этом году получится. В прошлом, что загадывали, не сбылось. Мусорку выбросить. Там офигенный квас продают. Вот такая штука, 50 рублей. Недорого. За вход мне даже, по-моему, скидку сделали. Это все вот благодаря ребенку. Там перед нами женщина. Покупала билеты, говорит, многодетная семья. А я смеюсь, говорю, отцу одиночки скидок нет. Видно, мне женщина сама скидку сделала. Сдала сдачу. Так что спасибо, сынок. Так, тачка едет в сторону. Такие вот штучки. Под названием Клавра. Клаврат, мой рюкзак набил клавратами. Клаврат. Керамид. Ну вот. Все, пошли мы купаться теперь.